Я считаю, что любви нет. Да я в данном случае любимый мужчина к женщине. Учебник утверждает, что любовь – это чувство привязанности, потребность соединения и в постоянных контактах с объектом любви. Ученые давно доказали, что все то, что мы называем любовью, это всего лишь биохимический процесс в нашей голове. Своеобразная форма заболевания. Человек теряет сон, аппетит, совершает неадекватные поступки. Все это напоминает состояние наркотического опьянения. Но любовь, как и действие любого наркотика, рано или поздно заканчивается. И что после этого остается? Правильно. Ломка. А после ломки – пустота. Человек не знает, что делать с этой пустотой. И уже молчу, сколько смертей из-за этой болезни. Но сколько самоубийств, дуэлей. Любовь – это всего лишь транзакция. Мы все запрограммированы на желание. Мы представляем подходящий набор желанных черт, и бум. Мы можем включить это, и можем отключить. А что будет, если ты встретишь любовь? Что? Неужели ты в нее веришь? Это любовь, а не Санта-Клаус. Любви не существует, это иллюзия. А, по-моему, ты не права. Любовь? Да. Я не существую. Что ты имеешь в виду? Все, что соединяет семьи и женатые пары, это не любовь. Это так, глупость или эгоизм, или страх. Но любви не существует. Личный интерес существует. Привязанность, основанная на собственной выгоде, тоже существует. Самодовольство существует. Но не любовь. Любовь надо придумать заново. Знаешь, в чем мы? Обнаружить, что все, во что ты раньше верил, полная чушь. Вот так вот. О чем ты? Там судьба, развод душ, вечная любовь, счастливый конец. Это ерунда. Полная чушь.